Друзья, я вас всех приветствую. Сегодня на обзоре у нас такой необычный аппарат. Это немецкая подводная лодка Seehund в 72-м масштабе. Это перепак от ICM. Такая небольшая коробочка. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Значит, коробка у нас с верхней загрузкой. Один небольшой литничок, декальки, инструкция по сборке. Давайте начнем с инструкции. Значит, здесь краткое описание и схема размещения деталей на литниках и схема сборки уже. И схема окраски. Три варианта. Так, декальки. И литник с деталями. Значит, одна торпеда отвалилась уже. Пластик серого цвета. Вот даже на леднике виден логотип ICM. Подставочка. Не очень много деталей. Ну, качество неплохое такое. Вот такой наборчик. Всем спасибо за просмотр.